люди обычно не придерживаются так, того, что говорят психологи вот в этих практических вопросах. Потому что ты, когда с кем-то ссоришься, просто его хочешь порвать. Ты реально его убить хочешь в этот момент. И то же самое со сплетнями. Когда ты точишь язык вот в этот момент, ты не думаешь о том вообще, куда тебе надо приключиться, не контролируешь себя. В том-то все дело, ты не контролируешь себя в этот момент. Возьмите ваш гневометр, да? Приложите его к своей голове и измерьте уровень вашего гнева. Ну, психологи фантазируют, как обычно. Да, и вот знаешь, я слышал еще христианский такой совет вот в тему. То есть говорят, что когда вы хотите посплетничать о человеке, остановитесь, вспомните, что в этом человеке хорошего, и лучше расскажите это. Я, кстати говоря, пользуюсь регулярно этим. Когда я понимаю, что я начал, нереально, да? Когда я понимаю, что я начал что-то загонять про человека уже нехорошее, я останавливаюсь и говорю: а вообще, ты знаешь, он, ну, на самом деле классный чел. Просто вот, ну, у него бывает сложный момент. И потом, знаешь, ты получаешь вдохновение, и в конце говоришь: и вообще все, что я говорил, это неправда, забудь об этом, он просто классный. Такой я классный, так его люблю. Слушай, и надо ему позвонить. Да, я тоже об этом подумал. Да, идем дальше. Не самоутверждайте за счет других. В основном люди сплетничают, сейчас узнаем для чего. Для того, чтобы возвысить себя на фоне других. О, да. Да, это главная концепция психологии. Я часто это слышал. Угу. Мы сплетничаем, чтобы возвысить себя. Я бы так сказал, что, может быть, в 60% случаев. Я не спорю с психологами. Вот, было бы интересно, на самом деле, на эту тему еще поговорить, но мне кажется, не всегда. Иногда просто приятно о чем-то что-то обсудить. Даша нам написала, еще одна другая Даша. Сейчас я попробую разобраться с компьютером, если справлюсь с ним, все-таки прочитаю. О, я справился. Если идет разговор о человеке без его присутствия, я считаю, это нормально. Не можем же мы никогда вообще не говорить ни о ком. Даже упомянуть о каких-то негативных сторонах человека в пределах разумного, не осуждая, думаю, допустимо. Но если разговор начинает перетекать в промывание косточек, лучше остановиться. Особенно, когда оба собеседника не знают человека лично, а делают выводы из чьих-то разговоров или намеков. Да? Так, собственно, слухи рождаются, когда мы передаем дальше. Когда мы не лично даже столкнулись, это даже не наш субъективный опыт. Мы чужой опыт передаем дальше. Я считаю, это совсем свинство.